Историческое место города Щелково, книжный магазин, вновь меняет свой адрес. Сегодня магазин книги, в последние годы располагавшийся на пересечении автодорог на Пролетарском проспекте, переживает свое переселение и перерождение. Но несмотря на это, книжный магазин продолжает свое развитие и приглашает покупателей теперь уже в новое место. Ассортимент и вообще книжный магазин наш пользуется большим спросом у населения, народ привык к нам ходить. Принято решение о переезде нашего магазина в новое место, оно пускай немного больше, оно я считаю, прекрасно, уютное помещение, и наши клиенты приходят, обращают внимание, что у вас, как у вас здесь уютно, как у вас хорошо, какой у вас большой выбор продукции. Впервые магазин книги предприятия ОАО «Щелково Книготорг» открылся в 1992 году. С тех пор постоянно расширяет и обновляет ассортимент продукции. Некоторые сотрудники, посвятив магазину 30 лет, продолжают работать там и по сей день, обслуживая покупателей. Коллектив долгие годы формировал и поддерживал высокие стандарты в работе. Ведь репутация зависит как и от ассортимента, так и от уровня культуры обслуживания. Наш магазин очень много лет работает в тесной связи с нашим ГОРАНО. Когда-то мы на базе нашего магазина комплектовались все школьные библиотеки города. Теперь мы работаем индивидуально, но тем не менее не утратили связи с нашим ГОРАНО. Знаем все школьные программы, действующие на территории нашего города. В магазине представлен большой спектр художественной, прикладной, научно-популярной, профессиональной, учебной, а также детской литературы. Ассортимент многообразный, и особенно большое внимание уделяется учебной литературе для школьников. Книжки, констовары, карты, атласы и методические пособия – все то, что необходимо современному школьнику. Магазину не чужды и современные технологии. Скоро жителям будет доступен для заказа литературы и интернет-сайт. Зачастую за какой-нибудь единственной тетрадкой или атласом приходится ехать в Москву. Вот чтобы этого не происходило, чтобы жители нашего города все могли приобрести у себя дома, так сказать, в шаговой доступности, мы эту работу будем вести в полном объеме и только расширять и расширять. Хороший магазин, я им очень давно пользуюсь, очень давно. Где-то примерно года с пятого. Это уже более 12 лет я пользуюсь этим магазином. Так все нормально, все хорошо. Магазин обещает не только самые востребованные программы в своем ассортименте. Дополнительная литература, новые книжные новинки – все это ждет своих посетителей по новому адресу. Первый Советский переулок, дом 2. Марина Позднякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».